он еще не знает, в каком красивом микрорайоне города живет. Малыш занят своими делами и ничего не ведает о тех проблемах, которыми были заняты в свое время родители. Да это и хорошо, детство должно быть беззаботным. А родители тоже когда-то были помоложе. Сегодня эти кадры уже история. Они переносят нас в далекие годы, когда молодежь Зеленограда бурлила от одной заманчивой идеи. И на туристических слетах тоже часто звучало короткое и многообещающее слово – МЖК. Оно таило в себе мечту и надежду каждого советского человека – возможность получения собственной квартиры. Движение по созданию молодежных жилых комплексов, или коротко МЖК, стало особенно популярным и массовым в середине 80-х. Именно тогда лозунг «Своими руками построим себе жилье» стал простым и понятным, а главное – реальным для тысяч и тысяч молодых семей в нашей стране. Первый комсомольско-молодежный строительный отряд. Неважно, что до новоселья, ой, как было далеко. Главное другое. Свыше тысячи молодых зеленоградцев уже готовы были строить для себя дома. И строили. Через несколько лет на этом поле должен был вырасти молодежный жилой комплекс. А пока на стройплощадке шла обыденная работа. А вроде бы ничего особенного. Но как было не запечатлеть на кинопленку момент укладки первой плиты? Кстати, чтобы выйти на стройплощадку, практически все МЖКовцы сначала приобретали нужные профессии – бетонщиков, стропольщиков, сварщиков, каменщиков. Но если нужно, то все брались за лопаты. В первый год строительства много пришлось потрудиться первопроходцам на прокладке коллектора. Конечно, рядом была нужная техника – но кто теперь скажет, сколько дней отмахали лопатой и перебросали кубометров земли за время его строительства? Ведь помогали прокладывать коллектор практически все. В том числе и этот первый четвероногий житель МЖК. Работа кипела в любую погоду. И летом, и зимой. Строительная площадка имела внушительные размеры. 50 тысяч квадратных метров стали основным местом действия по воплощению творческого замысла авторов, будущих МЖКовцев. На 5 гектарах земли начала реализовываться общая для всех мечта. Но не обошлось и без трудностей. В 1991 году кончилась эра социализма. Страну охватил гигантский экономический кризис. Прекратилось государственное финансирование стройки. Полтора года стояли фундаменты и коробки недостроенных корпусов. Некоторые из потенциальных жителей перебрались в другие районы. Оставшаяся же молодежь терпеливо ждала, что будет дальше. Зимой как-то ощутимее становился понятен масштаб сделанного. Тяжело было томиться в ожиданиях. Новые рыночные отношения диктовали свои условия. Надо было крутиться, чтобы выжить. И в МЖК старались, как могли. Выход был найден. Чтобы продолжить стройку, начали продавать уже готовые квартиры. Имели право. И тогда это было единственно правильным решением. Иначе стройку пришлось бы просто заморозить. После перерыва в полтора года, не утратив своего энтузиазма, молодежь МЖК вновь взялась за работу. Стройка закипела с нарастающей силой. Стремительно продолжилось возведение стен будущих домов. Так мечта о воплощении идеи МЖК в жизнь стала приобретать реальные формы. Не покладая рук, МЖКовцы строили свой район, кирпичик за кирпичиком. Приятно было видеть растущие этажи. Жаль, кадры из личных киноархивов не дают полной картины строительства МЖК, а
А о грандиозности зрелища, растущего на глазах района, сегодня могут вспомнить лишь его участники. Ведь МЖК для них – это родной ребенок, которого они сами вырастили, и в которого каждый из них вложил частичку своей души. Знаете, ребята, которые выходили первыми строить МЖК, имели очень поднятое настроение и хотели как можно быстрее решить свои жилищные проблемы. Ради этого они готовы были на многое, и им пришлось работать в тяжелых условиях. Энтузиазм бил ключом. Незаметно летели месяцы. Микрорайон приобретал свои очертания. Но проблемы возникали именно тогда, когда их не ждали. Нужно вспомнить, что в те времена в массовом жилищном строительстве преобладали панельные дома. Но молодежи Зеленограда повезло. Потому что им предстояло построить не обычные стандартные коробки, а особенные здания, не похожие на другие. Долго думали, строить из кирпича или монолита. И остановились на кирпичном строительстве. Оно давало гораздо большую свободу в фантазии архитекторам, чем стандартные бетонные блоки. Но существовал и риск. В те времена кирпич был в большом дефиците. Но кто не рискует, сами понимаете. В те легендарные годы перестройки все было в дефиците. И сигареты, и колбаса, и бензин, и, естественно, кирпич. Чтобы кирпича было достаточно, был только один выход – производить его самим. И тогда взяли в аренду кирпичный цех на ЖБИ-25. Вот мы часто говорим, вырос новый дом. Нет, отвечают строители, это мы построили его. Это в его стенах осталось тепло наших рук и сердец. Когда создается это руками, своими, и потом, когда заходишь в построенный жилой дом, и смотришь, что там вообще-то есть оригинальные планировки, и то, что это не на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли, а то, что ребята, то есть молодые семьи, въезжали в дома еще до конца недоделанные квартиры, и вот ребята сами постепенно, значит, делали стяжку, значит, шпаклевали стены, потолки, значит, устанавливали те необходимые сантехнические устройства, которые, то есть, создавали в квартире то, что они хотели иметь уют, красоту, чтобы это было надолго и приятно было жить. Еще при возникновении идеи МЖК молодежь была настроена на создание собственного самоуправления. Что ж, вполне логично. Сами построим, сами займемся всеми хозяйственными делами. Поэтому возведение собственного РЭО в МЖК было естественной необходимостью. Тем более, что все жилые дома в комплексе находились на балансе МЖК. Ведь бывает же так. Еще вчера главный архитектор города Игорь Покровский воплощал комплекс МЖК в макете, а сегодня за окном уже высятся жилые здания. Впрочем, это только говорится быстро. Или в кино показывают «было», «стало». Уже отшумели новоселья.
Уже позади осталась нервотрепка, бессонные ночи, проблемы и их решения. То, о чем мечтали, стало вроде бы обыденным. Но это для тех, кто помоложе. Они уже привыкли жить здесь. Они знают, что удобные просторные квартиры достались родителям трудом. Они ценят это, все, что создано для них вокруг. Так же, как и эти просторные детские площадки. Или неожиданные порой детали, которые вносят в облик комплекса какое-то спокойствие и домашний уют. Конечно, и в других районах города есть какие-то свои изюминки. Но вот это характерное только для МЖК. А когда наступает весна, жители начинают традиционно наводить макияж комплекса. Дел-то хватает для всех, было бы только желание. По сравнению с другими микрорайонами, МЖК словно визитная карточка города, его лицо. И МЖКовцы понимают, оно должно быть всегда ухоженным, привлекательным и, чего уж тут скрывать, просто красивым. Потом начали заезжать другие жильцы, и практически у всех мы побывали на новоселье, потому что обычно проходило новоселье со своими гостями, это которые где-то к 12 ночи или к часу расходились. После этого новосел шел по всему подъезду, нажимал во все звонки, и где теплилась живая душа, оттуда выходили, приглашали праздновать. Это огромное событие, наверное, для каждого, не только МЖКовца, но и вообще человека, который получил новую квартиру. Трудно сказать, какую картину нарисовал бы художник, если бы его попросили создать сегодняшний образ МЖК. Наверное, он сделал бы десятки эскизов, каких-то зарисовок. А потом бы ломал голову. Ну как же выразить то, что наиболее характерно для жителей МЖК? А вот кинодокументалистам, мне кажется, немного проще. Они выходят на улицу и снимают все, что видят, что им самим интересно. И потом из этих коротких, разрозненных кадров, внешне бессюжетных, складывается, словно из мозаичных камешков, общее полотно. Наверное, когда МЖКовцы увидят его на домашнем экране, будут узнавать своих знакомых, родственников, друзей. Знаем, что это всегда приятно. Особенно, когда неожиданно. Ведь ты-то уже подзабыл, что попал когда-то в объектив камеры. И специально ни для кого не позировал. Просто был чем-то занят. Мыслями, делами, разговорами. А знаете, чем еще ценны эти кадры, которые вы сейчас видите? Об этом очень точно сказал Евгений Евтушенко в «Марше кинематографистов». Пусть в этой жизни монумент не сложим мы из кинолент. Наш монумент – его величество момент. Конечно, можно было бы поближе прикоснуться к судьбам тех, кто строил МЖК и живет здесь сейчас. Снять людей разных профессий. Каждый бы нашел, что сказать и о себе, и о той мечте, которая сбылась. И, может быть, получился бы какой-то усредненный портрет МЖКовца. Но зачем кого-то выделять? Вон, даже огоньки в окнах разные, и по цвету, и по яркости. Главное, что все они загораются. И тогда точнее и привлекательнее вырисовывается облик вечернего или уже ночного МЖК.
Да и, собственно, так оно и было. На глазах этот комплекс, этот проект зародился, и он был реализован. Почему я хотел бы отметить, наверняка это отмечаю не только я, что удивительно то, что за достаточно короткий срок, то, что было запроектировано, причем запроектировано неожиданно, запроектировано необычно, архитекторами, проектировщиками уже реализовано. Это вот как бы очень приятно, и я вот принял решение тоже поселиться в вашем комплексе. Ну и пользуясь случаем, я хотел бы пожелать удачи и новых проектов вам. Мы с вами знаем о том, что комплекс МЖК подлежит развитию. Для этого есть условия, заложенные проектировщиками по строительству новых жилых домов, под строительство, так сказать, объектов социальной сферы. Я думаю, что сейчас есть все основания надеяться на то, что все эти проекты постепенно, может быть, не так быстро, как нам когда-то в юности хотелось, но тем не менее все они будут реализованы. И действительно, комплекс МЖК не только останется, так сказать, но еще в большей степени будет заявляться как лучший район города Зеленограда. Признайтесь, когда вы последний раз видели восход солнца? Нет-нет, не по телевизору, а на заре. Ну что тут можно комментировать? Красотища, да и только. А глядя на красоту, хочется немного помолчать. Потому что именно в такие мгновения более остро и ярко ощущаешь, мир, окружающий нас, прекрасен. Вот только жаль, что и секунды, и годы жизни текут как-то незаметно и неуловимо, словно вода. Жуковцы еще спят, поэтому так пустынно вокруг. Но дома не выглядят сонными. Наоборот, они торжественны в своем молчании. Уверены в себе и судьбах живущих здесь людей. Скоро зазвонят будильники. А чуть позже жители разойдутся кто куда. На работу, в школу, в детский сад. А мы пока давайте заглянем сюда, в маленький сказочный городок. Ведь все мы, как сказал французский писатель, родом из детства. Поэтому взрослым тоже знакомы и близки эти симпатичные сказочные персонажи. Здание школы в МЖК всегда удивляет гостей своей архитектурой. Да и внутренней планировкой тоже. Хотя, ну что тут особенного?
классы как классы. А вот собственному бассейну завидуют многие. И ученики, и преподаватели других школ. В таких условиях можно и чемпионов выращивать. Пусть пока не олимпийских игр, но уж никак не меньше европейского уровня. Впрочем, может быть, именно этим мальчишкам и суждено ответить на наше пожелание. Ну что ж, время покажет. В 1998 году в МЖК появилась компьютерная сеть, которая еще более объединила жителей. Пока не было сети, все друг друга не знали. Район новый, ну, в принципе, строили его все вместе, да, но все равно все, кто приезжали, они не всех друг друга знали. А когда появилась сеть компьютерная, начали люди больше друг о друге узнавать, дружить между собой, общаться постоянно, всякие новости, дни рождения, все, шашлыки, все отмечают вместе. И каждым днем сеть все больше и больше разрастается, чем приносит много радости ее пользователям. По большому счету, не числом комнат в квартире счастлив простой человек. Хотя без собственных стен, что же это за жизнь? Но чем дольше цивилизация загоняет человека в серое тесное пространство, тем сильнее он стремится к цветному, просторному и чистому бытию в окружении. И симпатичный кирпичный островок МЖК, так удачно дополненный зеленью леса, красками цветов и спокойствием чистого неба, всем своим видом как бы говорит: здесь живут счастливые люди. Когда задумывался этот фильм, мне хотелось, чтобы в него попали все те старые кадры кинохроники, которые запечатлели нас с вами на самом первом этапе, на этапе начала реализации идеи МЖК. То, что получилось, вы видите сами. И мне хотелось просто напомнить вам, как это было, чтобы вы увидели сами себя на экране, чтобы вы, возможно, ощутили чувство гордости за то, что вы сделали. И мне хочется пожелать вам всего самого хорошего, самого наилучшего, успехов вам в уверенности в реализации ваших всех идей. Всего вам самого хорошего, всего вам самого наилучшего. Конечно, на свете есть много красивых, интересных и экзотических мест. Но земля, на которой ты родился и вырос, на которой построил собственными руками дом, она всегда ближе сердцу и родней. Эта земля твоя.